Может, повеселимся сегодня? Да, обязательно. Не так давно, когда мы снимали всякие видеоряды для этих концертов, мы с Тузом, в общем, нечаянно сняли еще и некоторую заготовку для клипа на песню «Реальность». Так что, несмотря на то, что чудесный фильм «Школьный стрелок» так и не вышел в прокат, не покорил сердца России, этот видеоклип все-таки состоится в другом формате, и я думаю, это будет гораздо круче. Я думаю, что это будет новогодний подарок где-то в районе Старого Нового года. Ждите. Yeah.
Всех трех фестивалях Frost, Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород. Прямо в таком порядке, 3, 4, 5. Отлично, в общем, встретим начало Нового года. Я надеюсь, что все уже придут в себя и будут, в общем, силу максимально повеселиться. Вот. Кроме того, на двух из них я буду в качестве ведущей, не знаю, вот, типа Снегурки, так что у меня будет, в общем, максимальная занятость. Быть всем, несмотря на то, что мы сильно отличаемся от всех остальных артистов, которые там будут играть, я думаю, что это будет интересный челлендж. Главное быть собой, честным, и, в общем, как говорит один мудрец, не ссать.
One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three.